Здравствуйте, мои дорогие друзья! С вами снова я, Алла Черкасова. В этом коротком ролике я покажу вам, как восстановить доступ к кабинету Алие Туалет. Итак, вы стали партнером компании Janes. Вы привязали свой паспорт и верифицировались. Вы получили с первым заказом свою зарплатную карту и привязали ее в кошелек Janes. Через 48 часов от компании Alie Toilet вам пришло письмо, по которому вы создали свою учетную запись в кабинете Alie Toilet. Прошло какое-то время, и вы забыли пароль. Ничего страшного, мы сейчас это исправим. Переходите по ссылке. Ссылка в описании под этим видео вас перебрасывает на эту страничку. Прошу вас обратить внимание, что юзернейм – это не ваш логин в Janes. Это не ваш логин, который был указан при создании Alie Toilet. Это ваша электронная почта, которая была привязана в момент регистрации. Вставили свою электронную почту, нажали «Забыл пароль», «Логин», и вам выйдет оповещение, что письмо с дальнейшими инструкциями отправлено на вашу электронную почту. Прекрасно! Закрываем эту страничку, идем в почту. Переходим на почту. Я обычно рекомендую пользоваться сервером gmail.com. И находим наше письмо. Если вы его не найдете во входящих, вы обязательно проверьте папочку «Спам». На нем будет написано «Не отвечать, Alie Toilet». Открываем письмо. Вот таким образом выглядит письмо. Внизу есть ссылка, по которой вам нужно будет пройти, чтобы активировать свой пароль. Обращаю ваше внимание, что эта ссылка действительно 7 дней. Если в течение этого времени вы по ней не пройдете, вам нужно будет процедуру повторить с шага 1. Итак, нас перебрасывают на страницу смены пароля. Вы вписываете сюда новый пароль, подтверждаете его, меняете язык на русский и нажимаете кнопку «Обновить». Чтобы впредь у вас не получилось, что вы забыли пароль, забыли, как зайти в какой-то кабинет, я вам очень рекомендую где-нибудь в укромном месте на своем ноутбуке или компьютере, не на диске C, создать папочку. В папочке создать текстовый документик или Word-овский, или Excel, куда вписать все ссылки, все логины и все пароли ко всем своим кабинетам. Я обычно в своей структуре говорю так, открываешь диск D или E, создаешь папку Janes, создаешь текстовый документ. У нас есть шаблон. Я просто отправляю, и они в этот шаблон вносят свои данные. И когда человек говорит, я забыл, у нас нет необходимости восстанавливать пароль. Я просто знаю, где на компьютере у человека этот документ есть. Вы можете воспользоваться моим опытом. Итак, мы следовали инструкции, и нас перенесло на следующую страничку. Самое верхнее поле написано имя пользователя. Я обращаю ваше внимание. Здесь мы вносим не логин. Ваше имя пользователя в системе Alie Toilet – это ваша электронная почта. Вносим сюда почту, новый придуманный пароль. Язык уже у нас стоит русский, по умолчанию мы его выбрали. И жмем кнопочку «Войти». Я вас поздравляю! Вы в своем личном кабинете. Осталась самая малость – выбрать русский язык.
Для этого нажимаете English, вываливается меню, выбираете русский. В том случае, если вам нужно посмотреть пин-код вашей зарплатной карты, нажимаете «Показать мой пин». Все. Я очень надеюсь, что мой ролик был полезен. Пожалуйста, подписывайтесь на мой канал. Если видео вам помогло, ставьте лайк и нажимайте колокольчик. Вы всегда будете в курсе моих новых полезностей. Всего доброго. С вами была я, Алла Черкасова.